Мерси, благодарю тебе, спасибо, что ты есть. Сегодня мы с вами начинаем прохождение GTA Sanders, да. Вот, многие потому что писали там это самое, типа, ну многие прям пишут мне. Да что ты пиздишь, так пишут тебе? Заткнись, понял, проходить GTA-шку с Андерсом, с Хаосмодом, ха-ха-ха, насрал. Так, привет, хай, Хаосмод подрубил Алинки Ламоду, вот это правильные подарочки, как говорится, любимым нужно делать всегда. Видел тебя в пятерочке на Куйбышево, ты брал сигареты, ППЦ у тебя залысины. Это все, брат, это все фэк, это все бред, это все фэк. Меня не могли видеть, потому что я в плаще-невидимках хожу всегда. After 5 years on the East Coast. Ебать, графика красивая. Голову под колено, быстро. Да, давно я в эту игру не играл, наверное, месяца 4. Это же Опаньки, приехал молодой. Тихо. Русланчик активирует все атаки. Привет. За 400 рублей. О, приветик. Спасибо, братишка. Приветик. На, приехал Русланчик. Просто убивать за то, что чел негр, это пиздец. Ебануться просто, блядь. О, все, ты приехал, долбоёб. Работаем, работаем. Быстрее. Блять. Да, блять. Приехал же почти, а. Grove Street. Home. At least вот мой Grove Street, дом родной, здесь собираются такие, как я, пи***ры. А? Язык активирует все люди, но... Привет, лох, там твой китайский москвич не взорвался еще. И я не взорвался, представляешь? Ай, ты что, прикидываешь? Кого это, что, новинка? Класс. Круто. Да, это новинка сегодня молодец, вышла. Молодец, опять запустил игру для сбора бабок с мамонтов посредством мод ямы денег через хаос мод. Не понял. Донатик мутится, ламоду крутится, мамонты общий сбор. Так, давай без этого мне здесь. Не веди себя как дурак. Нормально относись вообще в целом к ситуации. Мы играем в замечательную игру, и это прекрасно. Как же скучаю по Тамарке из Италии. Это она в дурке уже. Ее мужа Саличи. Она сейчас в дурке, братишка. Тамарку все уже. Скажи, как ты сильно по ней тоскуешь. Тамарка бегала, бегала по это самое возле вот этой реки сена или как там, насрала. Потом она, короче, ее в дурку забрала. Да, сука. Привет, дедуля. Как ты? Анус еще не выпал. Привет, братанчик. Нет, Анус уже выпал давно. Я просто его поддерживаю. Трусами поддерживаю. О, приехал наш дебил. Заткнись, сука. Все под контролем у меня. Что ты за хуйня здесь накинул? Нихуя не вижу. Насрал на экран, сука. Да. Это она вышла в 2007, по-моему, году, я тогда... Я помню эти дни, да. Прекрасно. Я тогда срал, сидел, она как раз вышла, мне мама говорит, да там диск, говорит, прикупил папка тебя. Да пошел он нахуй с диском, да. В итоге я забрал диск и все. Ну, играл потом, в школу не ходил. Дед, ты отсталый. Нихуя, опа. Сука, насрал. Мимозы, ты идешь по улице, роняя горькие слезы. А все потому, что я тебя осеменил прям у березы. А? Эй, салага, чувствуешь себя прирожденным снайпером или отменным пехотинцем? Добро пожаловать в Pre-Fire Battle на Epic Drop. Вот тебе инструкция, как получить нож, юнец. Пункт первый. Переходишь по ссылке снизу и авторизируешься. Пункт второй. Выбираешь сторону, ближний или дальний бой. Ну и третий пункт. Выигрываешь и забираешь скины. Играть в Pre-Fire Battle на Epic Drop можно бесплатно раз в час. Даже на твоем мобильнике. Не расстраивайся, если после первого выигрыша не золотишься. Ведь каждая победа копится в этот счетчик с бесплатными кейсами. Играй каждый день.
день и точно получишь свое. Ссылку я оставил снизу. Ставь видео на паузу и играй. Это приказ. А? Опа, приехал наш дружок. Давай. Заткнись. Nice car, smoke. You know me. It's not cut. Keep the value in it. Keep it. Я на Twitch тоже пойду, это самое. Просто я сейчас решил без Твича, чтобы, чтобы назвать хейтеров пи***сами. Мы сегодня этажку проходим полностью, да, от начала до конца финальную делаем. Ха-ха-ха! Сегодня, да, полностью. Сегодня полное прохождение пацаны. Эх, слабенький ты, конечно. Нуби. Сегодня будет фул прохождение, однако, блядь, сука, спидран сегодня. А? Сегодня спидран работает. О, сука, сегодня спидран полный, да. А иди на... Сука. Блядь, негра убили, ёбаный в рот. Ля, блядь, застрял. Пиздец. Тихо. Мирон Янович, блядь, активирует падение с неба за 750 рублей. О, наш негр приземлился в небесах. Русланчик активирует падение с неба за 750 рублей. Падья, два клоуна, сука. О-хо-хо. Да. О, негр тонет, все. А, тут же что-то не тонет, аж, ну, не четвертый, вот тут не это, не Вики Китти. Just a liability, CJ. Why you bother coming back? Рот закрой. Straight back into the game, right down. Давай, блядь, заходи. Русланчик активирует танковое окружение за 500 рублей. О, господи, блядь. Сука, как ты заебал? Дай хоть одну миссию пройти нормально, уебок ты нахуй на велосипеде-то ебучем. Да, сука. Русланчик активирует песчаный шторм. Русланчик активирует и атакует цепи за 400 рублей. Меня мои же бьют. Ты слишком отстал, ебанько. А ты шо? Бля, сука. Ты где? Ты свинюка! Садись на свой велосипед, блядь! Ты дура, ебаная, блядь! Иди сядь, хуя! Лё, ебать! Лё, меня убил он! Как ты и сказал, будешь эту миссию 2 часа проходить. Моё терпение не бесконечное. Бери оружие у них. Уёбки, ебаный, блядь. Ой, блядь, сука. Я сейчас повышу донат. Шоколадный заяц активирует падение с неба за 750 рублей. Слышь, ты шоколадный глаз, блядь. Ваш этот дебилизм меня уже заебал. Вы чё, ебанутые вообще? О! Ха-ха, смешно, да, Кристина студеная? Кристина, дура ты, скоро, блядь, в универ пойдешь, ты в универ, да, в универ пойдешь, а то и будешь на кассе у себя в KFC работать, смешно, да, Ксения, мразь, сука. Nothing bigger, Kilimanjaro, the clothes shop for enormous men, celebrating no diet day. Fat liberation is here. Ты меня свинюкой сделал, козлина. Да ёб... Сука, да не бейте меня, я так жирный, мне так не повезло. What?
за хуйня? Верни мне нормальную форму, блядь, ебал. Да заебал ты, уебок, сука, с этим оружием! Соси хуй, который поставил оружие всем! Ты не человек, пошел вон отсюда! Толстотелый, сука, худи теперь, блядь. Как он на велике сейчас поедет? Как вот на велике сейчас ехать? Ля, сука, твары на пол экрана. Давай, родной. У, сука. Турбу, падла. Да? Блять, приехал, ебанько, сука. Ой, господи боже. Да садись ты, женщина. Бля, сука. Поехали, ты гнида! Бля, сука. Тю, блять, вот это да. О боже, блять. Давай, давай, родной. Мирон Янович активирует транспорт, летает за 200 рублей. Велики не летают, родной. Мимолет нападал. Ты лох, ты проиграл. Приветствую вас, да. Я сейчас YouTube у меня, я Twitch не запускал. Потому что я неграм играю, я не могу запустить Twitch. Что такое? Что случилось? Что ты хочешь? В смысле, блядь? Мы с тобой друзья. Что случилось, мужики? Чё, ебанько, сука, ля, идёт за... Сейчас его разорву, блядь. Что делаешь, сука? Man, I keep people for breakfast. You should watch your step. You think I'm just gonna drop dead? Can't you see I'm busy being high? You want peace? I'll give you peace. Don't block me. Этот мне, сука, заруинил игру. Hey, I got you. Oh, you blind? And that's why it's in one day. Oh. My poetry journal. Блять, вылазь, негр. Пи***а, пацаны. Все, сука. Мне от этого уже как бы, ну, мне нахуй не надо. Вы, сука, дебилите, а я должен терпеть или чё? Чё, хуона нашли здесь в интернете? Гладианус активирует спаунбан. Гладианус активирует гражданское восстание. Влияние на персонажа, это не то. Влияние на граждан. Гражданское восстание. 500 рублей. Все атакуют CG. 800 рублей. Всё.
Что? Ням-ням-ням, ты думаешь, я два часа проходить буду, ням-ням-ням? Стелл, потрачено! Стелл, потрачено! Стелл! Да быстрее гони, парашник! Где пацаны? Эрнан Рус активирует все люди носят оружие за 150 рублей. Да? Уёбки, блядь. Тварь, чтоб твоя мать тебя сейчас подошла и пизды дала, ты ушлёпок. Блядь. Мирон Янович активирует транспорт, летает за 200 рублей. Дайте машину, пацану. Пошёл он отсюда. Сука такая. Шоколадное очко. Пиздец. Ой, боже. Что ты еще ха-ха, блядь? Я сейчас удалю эту игру и все, блядь. Я не хочу играть, чтобы этим долб***ам смешно было. Я хочу проходить игру, наслаждаться игрой. Не надо смеяться надо мной. Я здесь не клоун, будете смеяться 1 сентября. You wanna drive? Follow my lead. Что? Ничего. Take back some, huh, CJ? Да поехали, блядь! Господи, опять горит. Это пи***а машина техника, все. Дайте, сука, человеку уехать отсюда. All the people journeying through life. Да ёбаный в рот! Пиздец, блядь. Вау! Все, приехал. До свидания. Я не могу заходить на Twitch, когда играю игру про негров, сами понимаете. Это чревато баном. Русланчик активирует падение с неба за 750 рублей. Ой, блять, урод, а. Сука. Денис Кулешов активирует упитанные тела. Это уже не воровство. Это напильные финансы. Лига Безопасного передает тебе привет. Пора, родной, пора. Все, есть прилетка. Ба-ба-ба, я да. Так, 13 сентября у меня будет операция, сразу предупреждаю, потока не будет. У меня на 13 число операция запланирована. Не знаю, выживу после нее или нет, конечно. Но я знаю точно, где-то неделю я буду отходить после операции. Много, много будет всяких препаратов, блин, использовано. Не знаю, как я отойду, нормально или нет. Ну, неделя понадобится. А! Насрал! Да, в смысле пить? Какой бухать? Нет, у меня будет операция, мне будет... у меня же яйцо будет одно, блин, равнять. У меня же перекрут яиц с детства.
будут яйца равнять. Ну, типа, ровно делать яйца. У меня ж перекрут. Не, у меня перекрут с детства. Я ж криво спал, и яйцо на яйцо закатилось и перекрутилось. И теперь операцию буду делать. На яйца гирю подвешивать. И таблетки колоть. Серьезно, очень операция. Яйца перевешивать. Наср... Опа! О, бабу! Боже, как хорошо, когда хейтеры не мешают. Человек играет и кайфует. Да что ж ты, ёб***, рот негра бьёшь? Сука, ты еб***! Насрал, потрачено, встал. Насрал, потрачено, встал. Насрал, потрачено, чтоб вы всрались, сука. Насрал, потрачено. Ты, блядь, пошли на, сука. Сколько я сейчас уже поточу? Сколько? Час 42, пи***ц, я одну миссию не прошел. Я твой рот ебал, Руслан, ебаный. Сам ты пончик, понял? Я нормальный, блядь. Я упитанный. Ба-ба-ба-ба-я-да. Не то чтобы упитанный, я просто взрослый. Взрослый мужчина должен выглядеть по-взрослому. А не как школьник, извините. Новая фотка пены, кстати, 30-ка. Прям новинка, самая новая. Самая новая фотка пены. 30-ка, всего лишь. Вчерашняя. Да, Опаньки. Фотка прически 25 со скидками. Насрал. 54 тонны пункт. О, спасибо, Дэнчик. А чё там, пустотел у тебя? Донат пустотелы? Или мимолетный, не пойму я. Музыка, антимузыка, нету ничего. Дед, я предаю тебе вживить себе чип Neuralink от Илона Маска и подключить к ХАС мод себе прямо в мозг. Как тебе идея? Будешь эякулировать и срать за косарь. Насрал. Насрал, 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 Срал. Есть контакт. Изи, изи. Почти прошел, почти. В следующий раз обязательно получится. Ты что, ты что с лицом, родной? Иди в зеркало, посмотри, что у тебя там. Слезки капают, ну-ка вытри. Ну чё? Да, Русланчик. Джо Байден, 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 Джо Байден. А ты, парнишка, не робей. А ты, Русланчик, не робей. Ах ты, Русланчик, не робей. Ха-ха-ха-ха. А ты, Русланчик, активирует деньги за 100 рублей. Когда колечко, я ж прошел это время. Чё с лицом, Русланчик? Учёба победный прыжок, смотри, еще и на велосипеде. Он причем сейчас упадет на колеса, родной. Смотри, сейчас на колеса приземление будет. Смотри, смотри. Главное крутить педали в полете. Опа. Чё по лицу, Руслан? А? Клоун. Блядь, что такое? Да что такое? Деда, чай я писал тебе ВКонтакте, Владислав Александров предай тебе подарки. Таких у тебя еще не было. Посмотри. Не, ну давай так договоримся. Хорошо, ты не будешь робеть, и все будет нормально. Блять, да чё, сука, с этим персонажем-то стало?
Русланчик активирует. Да все норм с личиком, братик. 2 часа на первую миссию чек. Посмотрим на вторую. Легко прошел миссию, да. Ну, были немножко загвоздки, конечно. Ну, а так в целом, есть чем гордиться. Прошел нормально на спидране.